корпус старой машинки Ariston. Прослужила она нам 23 года. Это из первых партий, которые привезли в Саратов. 23 года она служила нам. И, наконец, время ее истекло. Вот что случилось. Вот здесь на барабане есть алюминиевая крестовина. Она лопнула, и барабан стал просто хаотично биться о корпус. Вот корпус барабана. И вот что интересно, мы здесь увидели. Во-первых, увидели, что жив-здоров тен. Но вот тут вот вверху, в верхней части дна, огромное наслоение грязи. Почему-то ее отбрасывала вверх центрифугой. Здесь она наросла толстым слоем. Но сейчас она высохла, так она была в виде слизи мерзкой. Вот также крышка этого. Крышка тоже вся высохшей грязи. И тоже, по-моему, в верхней части. Да, наверное, в верхней части. Сейчас уже трудно понять, где здесь был верх, Денис. А также, кроме всего прочего, раскололся камень. Вот этот камень. Он армированный, вот тут видно проволоку, арматуру. Вот он в трех местах. Раз, два и три. Четыре даже. Он раскололся. Ну, сохранял свою как бы условную целостность и позволял машинке работать. Она приклепана. И здесь еще интересно, она приклепана, вот крестовина. Неразборная штука. Чтобы разобрать эту машинку, это стоит больших трудов. Я вообще не представляю, как ее можно было вынуть. Вот эту часть с машинкой изнутри. И мне пришлось разрезать кожух с двух сторон, чтобы оттуда извлечь этот барабан в корпусе. Вот такая история. Сломалась, купили новую бошевскую модель на 6 килограмм загрузки. Нормально работает. А первая беда, которая произошла, это вот этот вот резинка, уже потеряв свою эластичность, да, начинала тереться вот этим местом. Потом мастер, который приходил, там отстриг края. Вот, терлась так, что раздавался страшный свист. И после окончания стирки воняло жженой резиной. Все. Так что, но все равно я хочу сказать, что резиновые части все целы. Трубки все целы. Яблочек очень много. Ну, естественно, электроника незатейливая. Тоже сохранила свою функциональность. На этом все.